В рамках Всемирного дня чистоты на территории всей республики состоялись субботники. Глава государства совместно с сотрудниками администрации и управделами президента очистили от бытовых отходов территории лечебно-оздоровительного комплекса «Теплые ключи». В ходе субботника президент Садыр Джапаров призвал кыргызстанцев соблюдать чистоту и порядок. Глава государства подчеркнул, что каждый уголок страны, будь то город или сельская местность, должен быть в чистоте. Если мы стремимся привлечь в нашу страну больше туристов, если мы хотим развивать нашу экономику, мы должны начать с себя. А как мы можем говорить о туристической привлекательности, когда буквально с маленькой территории за час собрано столько мусора? Чистота – это показатель нашего отношения к окружающему миру и к самим себе. Каждый отдыхающий должен научиться убирать за собой мусор. Мы не должны жить одним днем, должны думать о том, что мы хотим оставить нашим детям. В субботнике приняли участие все представители министерств и подведомственных учреждений. Каждая организация навела чистоту на выделенной территории. К примеру, сотрудники института омбудсмена провели в субботник близ комплекса отдыха 12 каминов. Ежегодно в целях исполнения указа президента о дне чистоты выходим на субботник. Это третья суббота апреля и сентября. В полном составе, не менее 70 человек. На сегодняшний день тоже мы вышли на субботник в таком же составе. Хотелось бы отметить, что за нами закреплена территория постоянно, это начиная от Джанат Резорта до дома отдыха 12 каминов. На этой территории нами всегда ежегодно собирается более 50 мешков мусора. Этот мусор, к сожалению, неорганический мусор, который не разлагается и приносит огромный вред природе. Чистота окружающей среды – важный залог здоровья населения. К сожалению, некоторые граждане пренебрегают правилами по соблюдению чистоты в общественных местах, а полиэтиленовые пакеты и изделия из пластика разлагаются в течение нескольких сотен лет, при этом отравляя окружающую среду вредными веществами, отмечают экологи. Поэтому культуру чистоты нужно воспитывать с детства. Лучший способ – это личный пример взрослых. То есть и в школах надо проводить такие беседы о действии мусора, потому что он очень негативно воздействует на здоровье человека. Вроде это как бы мусор и мусор, но в нем много очень таких токсических веществ, и микробов, бактерий, с одной стороны, и химических, токсических, особенно вот пластмассы всякие. За чистоту окружающей среды ответственность несет каждый гражданин страны, поэтому убирать за собой должно стать привычкой, потому что чистая окружающая среда – это путь к здоровому будущему. Айзерек Ахматова, Бексултан Курманбекулы, Алатау 24.